Вот хочу поскорее спеть песню о вертолете, потому что, ну, воевавшим это не надо пояснять, но вертолетчики, конечно, на всех локальных конфликтах, люди незаменимые, и потом очень большие потери. Вот в Афганистане за годы Афганской войны, вернее так, мы потеряли 40% вертолетчиков страны. Это не значит, что они все убиты были. А просто когда еще первый раз собьют, то ребята так иногда там с ума не сходят, продолжают летать. А когда уже второй раз сбивают, то уже это не летчики, уже в небо не затащит. Вот, это героические ребята. Я потом посмотрел, как-то перелистал свою толстую книгу «Афганский дневник» и понял, что из тех, о ком я писал, и с кем так достаточно много летал, больше 2/3 погибло. То есть из 15, по-моему, там где-то 11 человек погибло. Из тех, с кем я летал, представляете? Беснуются лопасти над головой, дрожит рукоять управления. Заходишь от солнца, и дождь живой, сверяешь с наземною тенью. Берешь на себя, все берешь на себя, за все отвечаешь исходы. Железная птица, покорно трубя, соскальзывает с небосводом. Пробита обшивка, разбито стекло, передняя стойка погнута. Но ты приземлился, тебе повезло, тебе и в пехоте кому-то. Он ранен, тебя посылали к нему, ты сел под обстрелом на скалы. Железная птица в сигнальном дыму с гранитным сливать пьедесталом. Погрузка окончена, двинут шаг газ, с трудом отрываешь машину. Ты в небе, ты выжил, и ты его спас, бойца с безымянной вершины. Набрал высоту, оглянулся в отсек, бортехник кивнул, все в порядке. Летит вертолетчик, живи, человек, счастливые ребята посадки. Берем на себя, все берем на себя, за все отвечаем исходы. Железные птицы, покорно трубя, летят посреди небосвода.